Так, всем добрый день. По вашим просьбам мы покажем, как правильно устанавливаются цепи ГРМ на двигатель D4CB. Мотор у нас пошел с 2002 и вплоть до 2022. То есть это Евро 3, Евро 4, 5 и 6. У всех все одно и то же. То есть нужно будет это запомнить. И также расскажу, на что необходимо обратить внимание при замене цепей. Где побольше намазать герметика, какую проверить еще шестерню, где проверить какой люфт. Вот это у нас мотор от Hyundai Grand Starex, 10-й год, Евро 4. Смотрите, здесь будут такие моменты, чтобы не задавали, не писали всякие глупости. Здесь у нас получается шорблок, который прошел всего 600 километров. Дело в том, что люди сами собрали, сами поставили, и у них исчезло давление масла, и стали греметь цепи. Вот. Они там допустили ряд ошибок, поэтому двигатель пришлось снова снять, заново весь разобрать, исправить все ошибочки и собрать. И вот на этом моторе, то есть мы вам уже покажем, как ставятся цепи. Цепи у нас лежат уже не в упаковочках, вот они, то есть они новенькие. Первое, смотрите, при замене цепей ГРМ, вот эта крышечка ГРМ внутренняя, она у нас будет новая. Стоит она у нас вот здесь, вот так стоит она. На что нужно обратить внимание, то есть болтается ли вот эта шестерня, то есть там свой вкладыш. Мы берем завал и качаем ее вверх-вниз. Болтается она или нет? Она будет издавать звуки. Второе, также съедает корпус шестерни вала баланса вот здесь внутри. Может съесть полностью, вывалиться, или, допустим, съесть чуть-чуть. Можно это понять, не снимая крышку. Когда мы будем проворачивать, так как шестерня идет на перекос, и мы увидим, как вал баланса у нас двигается вот так, туда-сюда, то есть ходит. Если он стоит на месте, то есть по болтику уже смотрим, то есть вот так крутим шестерню и по болтику смотрим, что он стоит на месте, значит, там все прекрасно. Скачал, допустим, было все прекрасно, а вот шестерня, которая разбита. Не редкость из-за такой проблемы, когда разбивает, рвет либо цепь, либо идут нехорошие звуки. То есть вот смотрите, сейчас я ее качаю. То есть, я не знаю, вот вам как-то видно, показать надо, что она очень сильно болтается. Видно, видно. Вот. И слышно даже. Да, ее и слышно даже. Дело в том, что такая шестерня не проходит долго. Меняется полностью крышка. Сейчас мы будем ставить крышечку по крышке. Если вы внутреннюю сняли, она у нас крепится там на 5 болтах. То есть, ну, не считая насоса. Желательно крышку поставили. И скорее все это собрать, чтобы прижать герметик между блоком и внутренней крышкой, прижать наружной крышкой. То есть вот эта крышка основная, она притягивает все. То есть весь герметик, который лежит здесь, притягивает вот эта крышка. Поэтому, допустим, если вы прикрутили ту крышку на 5 болтов и оставили на ночь, то, скорее всего, потом уже утром она не сядет, не прижмется. Сейчас также покажем, как затягивать балансировочные валы, ну, здесь много там способов бывает, но показывать будем, как положено это делать. У нас имеются два отверстия, две заглушечки вала баланса. Вот одна и вот вторая с другой стороны. Они нужны для того, чтобы фиксировать вал баланса и тем самым выставить метку ГРМ. Сейчас берем крышечку, ее обезжириваем и начинаем ставить. Здесь уже все у нас обезжирено. Все, я прошелся. Герметик сильно не намазывает. Во многих машинах прям очень-очень много герметика. Даже новую крышку надо обязательно обезжирить, потому что герметик к ней не схватывается с ней. Вот на эти внутренние болты тоже всегда наносим. Здесь мы не намазываем, потому что у нас стоит резиново-уплотнительное кольцо на ТНВД. Убеждаемся, что есть направляющие, то есть на блоке. Иногда они выскакивают и остаются в самой крышке. Надо будет совпасть вал баланса, то есть при установке. Вот сейчас у нас балансировочный вал не совпадает.
одну сторону попали направляющий и проворачиваем балансировочный вал. Все. То есть все, у нас тут балансировочный вал вращается, и этот тоже вращается. Теперь закручиваем болты. 4 болта шестерки на ТНВД. Прикручиваю за кронштейну ТНВД. Так, короткий болт у нас вот здесь внутри. То есть, да, здесь на новой крышке даже указано, что болт надо поставить сюда, сюда, сюда. Но еще здесь и здесь болт есть у нас. У верхнего, у этого, эти болты 3 одинаковых. То есть, раз, два, три. Восьмерочки одинаковые. Берем маленькую трещоточку, подтягиваем. Сразу не затягиваем. Сейчас расскажу, зачем. То есть, потому что так-то, на принципе, на направляющем. Но бывает такое, что у шестерни этим есть небольшой люфт при затяжке. У нас два болта вала баланса. Вот они прям такие блестящие, как будто из нержавейки. Один длинный и короткий. Короткий у нас идет на левый. То есть мы, когда говорим левый или правый, смотрим по ходу движения машины. То есть тот левый, этот правый. Сейчас закручиваем там болтик сразу. И прокручиваем, чтобы он не закусывал. То есть все, убедились, что ничего не закусывает. И потом уже затягиваем крышку. Получается, что герметик вот здесь у нас, по этой стороне, по правой, практически не прижало. Здесь болтов нету. Поэтому сейчас, то есть нужно все это собрать и скрутить до тех пор, пока герметик не высох. Вот здесь на балансировочный вал правый вставляется такая втулочка. Ее необходимо помазать. Там у нее свой вкладыш есть. Ее в маслице опустили так, чтобы масло не бежало, конечно же, потом сильно и не выступало сюда. Шестерня вала баланса правого у нас так. Смотрите, получается, вот она метка белая здесь и здесь, вот она стрелочка показана. Так, теперь идем дальше. На этом балансировочном валу, то есть этот вот, как бы вы его не путали, вот он сам прокручивается, он всегда стоит на метку. Этот совпадает в трех положениях. Теперь нам нужно его выставить и затянуть. Для этого нужно открутить вот это технологическое отверстие. Заглушку. Выкручиваем. Вставляем туда специальный штифт. Так, где он? Вот он. Вот она у нас белая и смотрит вот сюда на эту стрелочку. Если у нас метка вот сейчас, допустим, сейчас она у нас совпала. Если мы, допустим, прокручиваем ее на 360, вот так, и мы вставляем, смотрите, и он упирается, не заходит. То есть делаем еще оборот, и раз, и он там, то есть на своем месте, все. То есть вот это его положение правильное. Теперь оставляем там этот штифт и затягиваем балансировочный вал. Все, болт затянули. Чтобы ничего не сбилось, до окончания работ можем оставить его там. Так, шестерня коленвала. Если большой пробег, смотрите за зубьями, чтобы не было сломанных и не было слизанных. Когда большой пробег, зубья визуально видно, что уходит вправо или влево, то есть цепью, когда гремело долго. И смотрите вот за этой резиночкой внутри, это сальничек. Если его задрать, масло будет течь. Вы будете думать, что это сальник коленчатого вала, а по факту он будет течь отсюда. Из этого кольца. Кольцо, чтобы не закусило, не надо мазать никаким герметиком. Берем любую смазку, литол или что-то еще, и вставляем. Смотрите, здесь у нас видно с правой стороны одна отметина, здесь две, раз, два. И смотрим сюда. Здесь на крышке одна, и здесь раз, два. То есть все очень просто. То есть мы вставляем ее вот так, и она совпадает на шпонку. Вот она. Совпадает у нас все.
То есть сальник коленвала у нас работает на самой шестерне. Если вы с кольцом тем пропустите, он будет отсутствовать или этот, то масло будет вытекать наружу. Обязательно за колечком смотрите. Берем вот эту цепь. Это у нас цепь ТНВД, которая уходит шестерню. Первое, что мы делаем, очень много ошибок, которые делают люди, путают метку. Вот это у нас ТНВД метка, это вот нижняя. Ее путают. Для того, чтобы не перепутать, необходимо вытащить вот так. Прокрутить, потому что цепь одевать надо на внутреннюю. И очень многие путают. И вот мы ее вот так. Раз. Проворачиваем и устанавливаем на место. Накидываем здесь у нас между двух зубьев должна быть шестерню ТНВД. Точно так же на бронзовое звено. А вот эти звенья покрашенные, это установочные. То есть они только нужны для установки, для одного раза. Чтобы было удобнее, шестерню полностью не сажаем, там она без шпонки, на конусе. Удобнее было подсунуть. Вот подставляем. Успокоитель от первой. Теперь алюминиевый успокоитель. Гидронатяжитель. В моем случае он уже не зафиксированный. Если вы снимаете там второй раз, используете или что-то, то есть поставить его несложно. Нажимаем на него, то есть это у нас средний. И нижний масляного насоса также сжимается очень просто. А вот, конечно, с верхним там есть ряд моментов, нюансов. Вот, смотрите, у нас, к примеру, есть нижний натяжитель, он также без стопора. То есть, как и тот, мы тоже можем взять, если у нас остался, то есть, стопор, то мы можем его просто сдавить руками. Но такой ход проходит только с нижним масляного насоса и средним. Берем вот эту цепь. Вот не знаю, как эти ребятки здесь делали. Получается, что вроде бы как они все поставили здесь новое, все хорошее. Но вот цепь, видно, что цепь, наверное, не оригинал, потому что она новая, а уже краски на звеньях не осталось. Вот. Но здесь, в нашем случае, то есть мы одеваем сперва здесь, потом одеваем на масляный насос, потом берем шестерню в руки, одеваем сюда ее и сюда. Так, оп, и готово. Получается, меточка у нас здесь, вот, отсверливается такой с завода, вот я ее мечу красным. Раз, то есть она должна совпасть на эту. Ниже опускаемся балансировочный вал. То есть вот она здесь беленькая, также выемка между двух звеньев. И вот она вот здесь у нас меточка, вот она, треугольненькая на корпусе. Здесь она, вот она, отлив. Вот она у нас. Дальше идем. И также здесь нижняя цепь совпадает вот сюда. На вот эти два специальных выступа. Здесь у нас... Получается, под звено масляного насоса. Вот у нас звено. Здесь у нас два. И здесь у нас получается на шестерне, опять же, отсверлено само звено и на корпусе. То есть все тут показано, все видно. Все это сделано для одного раза, то есть чтобы вы поставили. То есть второй раз, сейчас мы когда прокрутим, это уже ничего не совпадет. Ставим сперва успокоители, их подтягиваем, потом будем затягивать. Кстати, вот этот успокоитель, он как направо подходит, так и лево. То есть они два идентичные. То есть один у нас стоит с правой стороны, второй с левой. Масляный насос метки не имеет, то есть не важно, как вы ставите. ТНВД. Так как он у нас садится на конус, тоже метки не имеет. То есть сам насос, вал. То есть мы выставляем здесь метку для того, чтобы метка ГРМ вышла на предвал. Так, все шестерочки затягиваем. Все болты на 6. Натяжитель нижний. Теперь... Все метки выставили, все затянули, кроме шестерни ТНВД и кроме вала баланса. Отворачиваем вторую. Вставляем второй туда же. Вот он, штифт.
И начинаем крутить. Он упирается и затягиваем. Все, готово. Убираем один и убираем второй. И обратно заглушечки ставим на место. Сейчас я сделал и показал вам так, как это должно быть на самом деле. Вот. Но, я говорю, имеется масса способов затяжки балансировочных валов. То есть там по-разному. Ага. Нет, я не видел. Я не видел. Потерял я кто-то. Так, теперь здесь, получается, мы отщелкиваем. И у нас остается шестерня ТНВД. Варианты. Мы можем сейчас закрыть крышку. Закрыть крышку и затянуть ее ключом через ТНВД, либо ударить можем пистолетом. Затягивать опять же будем как положено. Потому что фиксации у него никакой нет. То есть нельзя зафиксировать ее. То есть нет способа, который позволил бы нам его зафиксировать. Крышку можно наружу поставить уже с сальником или без сальника. Я ставлю без сальника. Это удобно. Сразу смотрим направляющие, опять же, крышки. Вот она раз, и вот она два. Обезжириваем. Сейчас сперва проходимся по этой крышке. Еще раз говорю, не важно, что она новая. Чтобы долго не отвлекать вас, мы заранее сразу все подготовили, чтобы видео прошло быстро и четко. С нанесением герметика будьте очень-очень аккуратны. Очень много машин приходит у меня, когда капает между блоком, вот подтекает или здесь. Это очень обидно, когда оттуда капает масло. Дело в том, что проделана была огромная работа, и получается, из-за того, что вы плохо обезжирили или дрогнула рука, у нас подтекает масло, то есть это не есть хорошо. Вот здесь у нас стоит кронштейн. Кронштейн гидроусилителя руля. Для того, чтобы, допустим, внутреннюю крышку снять, уже необходимо снять компрессор кондиционера, потому что он прикручивается, и также снять этот кронштейн, либо ослабить. Но болт вот здесь прикручивается. Его ослабляем, выкручиваем полностью, а вот эти остальные четыре ослабляем, и тогда снимается крышка. Если мы просто меняем без внутренней крышки, то у нас снимается все без проблем. Очень часто обрывают резьбу вот здесь внизу во внутренней крышке. И дело в том, что проблемой являются большей части не руки людей, а производитель, который сделал длину. Смотрите, мы вставляем болтик, и то есть там для алюминия это, ну, витка 2, можно сказать, там еле-еле держится. Вот. Так. Самый короткий наверху у нас. Так, это с ним рядом. Что-то еще у нас есть. Еще есть отличающий болт. Вот он по длине. Так, это сюда длинный. Вот еще один длинный. Вот он здесь. Все, остальные коротенькие. Можно закрутить руками. А если они еще растут с хорошего, нормального места, то можно закрутить и гайковерт. То есть это может быть угловерт, гайковерт, шуруповерт. Единственное, что пистолет имеет регулировку. Многие, когда смотрят видео, и говорят, ты долбишь пистолетом. Я прекрасно знаю усилия каждого болта для алюминия, для стали, для чугуна. Поэтому выставляю необходимую мощность и... Все, и погнали. Нагрузка восьмерки болта, если он же вкручивается у нас вот сюда в крышку алюминия, то он должен быть не выше 3 кило. То есть 2,7, 2,5, то есть вот это нормально. То есть после того, как я затянул пистолетом, мы можем, допустим, проверить. У нас тут часть болтов кручивается в чугун, и часть вкручивается. Вот он болт, да? И вот я его подтягиваю, смотрите, и он у меня крутится. То есть говорит о том, что я его не
забил туда пистолетом. Мощность была такая, как которая нужна. Теперь ставим сальничек коленвала. Смазываем как наружную часть, заход сальничка, так и внутреннюю. То есть вот здесь. Перекашиваем чуть на одну сторону. И толкаем его туда. Туда подтолкнули. А потом придерживаем и молоточком чуть-чуть отбиваем. Так, теперь нам осталось его добить. Заходит он туда легко, без всяких проблем. Все, сальничек на месте. Теперь устанавливаем шкив коленвала. Это необходимо для того, чтобы затянуть шестерню ТНВД. Меточка у нас вот, смотрите, даже вот так. Получается, вот она меточка опять же. Метим. На шкиву у нас есть прорезь. Вот она, прорезь. И на крышке кожухи, вот она. Вот, если смотрим мы сверху, то обычно болт вот этот мешает, не дает нам видеть ее. И здесь, смотрите, здесь смотрим. И здесь она у нас, вот она. То есть вот она опять выемка, и смотрит она вот сюда. А вторую сейчас мы не видим метку, потому что нам необходимо одеть крышку внутреннюю. Здесь я все обезжиривал. Так как все на герметике, поэтому старайтесь все обезжиривать. То есть второй раз у вас не получится так, как первый раз. То есть первый раз вы делаете с душой, с любовью. Ну и если потечет масло, второй раз вы сделаете тяп-ляп. Это я вам гарантирую. Желания у вас уже не будет. Здесь внутренняя крышка. ГРМ верхней цепи. Колечко. Убеждаемся, что оно на месте. Убеждаемся, что оно выступает. То есть не полопалось, не село. Вот такие отверстия, допустим, тоже вот под болт, тоже нужно обрабатывать герметиком. Если вы пропустите, забудете, то течь масло вам гарантированно. Так, вот здесь, вот в этом месте с гидронатяжителем надо быть очень аккуратными с герметиками. Уже неоднократно много было случаев, когда люди злоупотребляют герметиком и приезжают, гремит цепь, скрываю, а там из отверстия вот отсюда, не отсюда, с другой стороны, покажу сейчас. С другой стороны торчит кусок герметика. То есть у нас основное держит здесь кольцо давления масла. Поэтому мы немного по контуру, чтобы не подтекало из-под болтов. Вот в таких местах, как правило, между перемычкой и головкой. Потому что точно нету. Вот вроде бы есть направляющая, но точного совпадения нет. Также бывает там с плитой поддона. Желательно сделать вот так. То есть везде, где такие стыковочные швы, лучше положить немного дополнительно герметик. Все, крышка села. И здесь у нас получается, вот она у нас, метка здесь, и метка вот она, прям с самого края, вот она, остренькая. То есть она смотрит у нас, получается, на второй болт справа. Вот отсюда, допустим, оттуда попадает много герметика, и он попадает вот в это отверстие. По верхней сразу ставим шестерню распредвала впускного. Для того, чтобы проще, легче вставить, необходимо коленчатый вал прокрутить. Немножечко прокрутить против часовой стрелки, прям вот так, совсем чуть-чуть. Это позволит нам вставить успокоитель. То есть поставить цепь по метке и вставить успокоитель. Вторую шестерню сразу не одеваем. Вот мы раз. И под низ, и вот сюда. Вот она. Вот он наш успокоитель боковой. Смотрите, есть вот успокоитель ставится вот так. Я видел, я спрашивал у людей, я говорю, вы как это вообще сделали? Они вот так вставляли его. Вот так вот ставили. То есть и его обламывало. Нет, он вставляется вот так. Пару случаев у меня реальных были, когда люди прям реально ставили вверх ногами. Не знаю, как это вообще было. Чем думали они. Так, вот теперь вставляем сюда и вставляем на распредвал выпуск уже шестерню. Тоже наживляем.
Так, теперь смотрим. У нас получается вот она здесь. Назад опять отводим ее. То есть у нас метка вот, вот и вот. Здесь у нас она получается вот она. Риска здесь. И вон кончик торчит. И здесь. Здесь вот он большой сделан. Здесь и здесь. Верхний гидронатяжитель можно повторно использовать, если он оригинальный. И если цепь не растянута больше половины. То есть, если цепь растянулась больше половины, то, скорее всего, он не зафиксируется больше у вас. Вряд ли он будет. Так, успокоитель ставим. Вот здесь вот, допустим, вот смотрите. Есть такой момент. Вот здесь, ребятки, когда делали, здесь какие-то удары. А, скорее всего, они в него упирали и фиксировали шестерни, чтобы открутить распредвал. То есть так это не делается. Мы держим на ТНВД, либо на коленвалу. Вот он, натяжитель. Он оригинальный, но он зафиксированный. Здесь, внутри, вот он внутри, стоит некий шарик. Его сейчас, допустим, поставить у нас не получится. Многие засовывают в тиски, начинают скручивать нагляк, с него льется. Этого нельзя делать ни в коем случае. Берем прям буквально вот маленькую, остренькую, что-нибудь такую отверточку. Его чуть-чуть прижимаем и нажимаем. Здесь простой шарик с пружинкой, там ничего нет такого. И вот. Раз. И все. И разрядили его. Все, теперь он у нас ходит. Теперь мы можем поставить его назад. Тоже бывает, что путают местами вот так, нижний, верхний, потом приезжают, гремят. Нет, тут как бы все понятно, куда что делать. Когда он у вас разряжен, можно также поставить стопор, но я не делаю этого уже. И вот. То есть раз, и все. И он на месте у нас. Ну вот, когда я говорил, что больше половины, вот это сейчас выход, вот это. Это приблизительно середина, то есть того, что... Ну сейчас он еще поддавится, конечно. Тут цепь заявлена, что новая, но успокоители я многие видел, что они старые. Точно так же его снизу подталкиваем. Тем самым уменьшаем выход натяжителя. Первый правильный способ, то есть когда при сборке двигателя, в распредвалах имеется прорезь для ключа, для того, чтобы его фиксировать, то есть на 30. Ключ и затягиваем распредвалы. Затяжку уже не помню по ньютон-метрам. То есть... Затянули. Теперь второй. Если же мы меняем цепи на машине, то у нас нет возможности вставить сюда ключ, потому что стоит клапанная крышка и форсунки. То мы откручиваем его уже через шестерню ТНВД, либо через шестерню коленчатого вала. Так, теперь берем большой вороточек сейчас и будем затягивать шестерню ТНВД. Маленьким будем тянуть. Гайка оттуда обратно не открутится, потому что ее подпирает. То есть держим на 24 и затягиваем ТНВД. И вот смотрите, то есть вот сейчас у нас здесь мы проворачиваем. Коленвал вот у нас совпал. Все здесь везде посовпадало. И крутим. Проверяем, все ли в порядке. С форсунками, без форсунок, неважно. То есть делаем круг. Вот он у нас получается, мы сделали круг. И наши метки не совпали. То есть здесь у нас совпали распредвалов и совпало колено. Когда мы проверяем, просто если, допустим, есть сомнение, что что-то с метками, и на машине скрываем верхнюю крышку, то верхние у нас должны совпасть. А вот эта метка совпадает раз в три круга. То есть я круг сделал, не совпало, еще круг делаю. Вот, раз, опять не совпало.
И только на третий круг она совпадет. Чтобы вы не путались. Вот она, на третий круг. А вот эти у нас уже оранжевые установочные. Не знаю, сколько нужно крутить, чтобы они совпали. Ну что, на этом заканчиваем. Если хотите, чтобы сняли какое-то прям особое видео для вас, там более подробное, там, я не знаю, по другим моторам, по цепям, по ремонту головки или вообще мотора, то пишите, звоните, то есть будем стараться снимать, отвечать, ну и делать все возможное для вас. Ну все, всем пока, до новых встреч!